потепление, но незначительная температура дневная будет в пределах 10-12 градусов. 10 остановочных площадок будут построены на севере области. Комплексы должны появиться между двумя муниципалитетами – Стрежевым и Нижневартовском. Строительные работы уже начались. 5 из 10 остановок будут оборудованы специальными павильонами, в которых от непогоды могут спрятаться дачники. Команда о необходимости благоустройства этого транспортного сообщения поступила от главы региона Сергея Жвачкина, когда он побывал на открытии моста через реку Вах. Также он поручил рабочим привести в порядок все дорожные знаки, установленные на пути следования из одного города в другой. Они начали где-то с 5-го километра и пошли по порядку, так и пошли. Но думаем, в этом году, если все нормально будет, наше предприятие, написано письмо, они просят нас заасфальтировать площадки эти, и подъезды, и сами площадочки, чтобы, как говорится, было комфортно и правильно. На следующий год, я думаю, эта работа будет продолжена, поэтому это касается всех, все 17 километров, поэтому... Дай бог, чтобы все это свершилось. И к другим темам. В Санкт-Петербурге прошел первый Евразийский женский форум. На него съехались около...